Я уже показывал в своих роликах несколько кукол из Калининградского музея «Домик ангелов». Сейчас вот немного побольше здесь посмотрим, покрутимся, потому что тут, конечно, много интересных кукол. Не только ангел красивого долголетия. Ну, например, вот такой вот курортный ангел есть города Зеленоградск, в котором этот музей находится, собственно говоря. Или вот такие вот, даже не знаю, хулиганские какие-то ангелы. Честно говоря, не запомнил, как они называются. Какие-то забавные хулиганы. Это все куклы ручной работы. Что самое интересное во всем этом деле, то есть все эти куклы делались на заказ, разными мастерами шились. Вот, а теперь они выставлены в этом небольшом музейчике. Это вот, как вы видите, чисто дамские ангелы-хранители в разных вариантах. Тоже здесь выставлены. Можно посмотреть. Ну или вот такой вот наивный какой-то ангел смотрит на мир. Или вот такой еще. Очень занятный музейчик. Сам по себе небольшой. Вот такой весь из себя милый и светлый. Весьма советую сходить посмотреть.